Типа нашего забрали. Но я хочу, я кентуху забрал, хэдшот сразу, ваншот. На! Ба! Сарисаника ТХ я забрал. Тик-так! АВМ ТХ! Ап! На наш Чанский! Идемте покупать! Здорово всем, ребята, кентуха на проводе! И прямо сегодня я буду покупать скины, с которых меня замочат, но против меня два моих братишки, а именно Тик-так и... А, Бовин, поздравайтесь! Ребятки, всем привет, но кентуха мне не братишка. Пацаны, у вас дешевые скины, надеюсь? Да, братик, так чисто. Как это, а что такое, слушай, хармони... Да, что такое харма, я не понял. Какие хармони, вы че, на приколе? Ой-ой-ой. Брат мой, что такое М40 монстр статрек? Ты че? Короче, братва, прожмите лайк за это видео, за то, что позвал с этих двух легенд. Тик-так, не легенда. Че? Не понял, дорогой ты моя. Рябочек в рот захотел, а? Братва, и прямо сегодня есть одно маленькое условие. В связи с тем, что играю против очень богатых ютуберов, что Бою там М40, что Тик-така, инвентарь на 2 миллиона, я решил сделать небольшое условие. А именно, каждый раз, когда меня будут мочить супер дорогого скина, типа там М40 монстр статрек, который стоит 200к, или какой-то мимикрай, я буду делать вам розыгрыш плюс 10к голдишки за каждый такой скин. А как потом получить всю эту голдишку, вы узнаете в конце видео. Ну что же, приятного просмотра. Короче, братан, все, расходимся по разным войсам. Надеюсь, у вас нету других скинов в первом раунде. Кентуха! Ну-ну-ну. Перед уходом скажи, где ты стоишь. Мы пройдемся. Я на респе стою. Все, давайте, погнали. Ой, братва, это очень жесткая каточка. Пожелайте мне удачи. И наша команда уже начинает проигрывать. Че за? Погнали на респу быстрее. Давай. Открываем всех. Че за дичь? Вау! Нормально? Я Бовина забрал. Первой пулей. Хэдшотик, имба. Один кейсах. А, кетуха, он реально на респе. Тихонько, тут чел. Нет, это был тик-так. У него здесь хп. О, забирай его с дорогого глока. Да! Попал, блин. Один раз только, капец. Мама дорогая. Ребята, что за жесть, я один, их двое. О, он один остался против троих, слышишь? О, найс. А ну-ка. Найс, найс, найс. Я в шоке, я что сейчас эйс дам? Найс, найс. Эйс! Первый раунд! О, что, кентуха? Не выдает! Не себе! Обалдеть! Я дал эйс! Пацаны! У меня никогда в жизни такого не было. Вот я понимаю рубрика, вот я понимаю, залетело. Не зря я тренировался сегодня всю ночь. Ох, ребята, кто тут папа? Я тут папа. Ну что, ребятки, полетели, полетели, еще раз полетели, раунд номер 2. Короче, я беру М40 и сейчас наказываю его за то, что он сделал. Давай, родной. Я надеюсь, у тебя М40 монстр? Да, статрек, ты че гонишь? О, это правильно. Блин, капец, слышай, я броню не купил. Забрал одного жестко. Ой, ищем молодец. Кентуху. Только один остался. О, там на базе кто-то есть. Это кентуха по-любому прячется опять. Спина, как будто это был. Никого. Дробаш Тритон. О, нет. А, стоп, это же рарка. Идем не купим на изнищах. Ребят, меня замечали с дробаша, и, конечно же, я не буду покупать дробаш, который стоит 5 голдишки. Рандомный дробаш. Сюда на базу. Ну, это судьба, реально, это судьба. Купил. Погнали дальше. Так, ну что же, ребятки, и в нашей команде остался всего лишь один чел. Нас просто в нулину закрыли. Как потом? Ой, блин, счет, пацаны, тяжко. Так, ну что, ребятки, let's go на лонг. Давай, родной, давай. Ай, я слепой. Слушай, а кто у нас на плент А идет? Мне вот интересно просто, как будто... Ой, нет, еще флешку кинули мне прямо в лицо. М40 монстр статрек! Сейчас я выехал за кентухой. О, типа нашего забрали. Но я хочу, я кентуху забрал, хэдшот сразу, ваншот. М40 монстр. Да, да. М40 монстр статрек. Это только второй раунд, братва. Просто только второй раунд. А Бовин за что? Плюс 10к! 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 Это фиаско. На пленту один был. Один на пленту, второй сверху. Фига. Чисто спинной пик. А что это? Но... Раз,
О! Это кто? Это мой. Короче, ребята, я скажу вам только одно. Знаете, что самое плохое? Что мои тиммейты подбирают эти М40, и потом эти М40 будут обратно отдавать команде Тик-Так и Абовина, и потом меня будут мочить с других скинов. Это прям габелла. Так, ну что, пацаны, счет 2-1, я вам скажу только одно, это полная фиаско! Так, ну, в принципе, можно теперь и авик недорогой взять, чтобы тоже хиндухи показать, ну, что... Вали его с М40, пускай здесь 10 М40. Ему надо было тогда за каждую смерть покупать М40. Я не знаю, ну просто габелла какая-то. Ну почему я такой невезучий? Кстати, я на первом месте, прикиньте. Лол. Так, ну что, полетели дальше. Кто у нас тут такой маленький? Ну куда, хаешку, прям по мне, у вас совесть-то есть или нет? Это Тик-Так, ай, ну пососик. Как он меня завалил? Он в тёмке, завали его, в тёмке. Забрал, что-то сидит. Забрал, хорош. Ну пососик. АВМ! Хухей трейшо! Или как он называется? Абовин! Что за авик? Ну, ты что гонишь? Смотри, в прыжке он делает как. Братик, пропил ты свой скилл, дорогой ты мой. Идемте покупать очередной АВМ. Ну, ребят, для меня это изи-гадочка, могу себе позволить так сказать. Купили какого-то чела с именем Тильт. Все, ребят, ну, теперь больше не сливаемся точно. Давай, родной, метро Люблино работы, вылетаем с двух ног. На, сломал кабинет. Ой, хороший тиммейт, ребят, хоть раз в жизни повезло с тьмой. Слушай, ну я играю в 2КТ, вот как будто прям супер, даже неплохо. Сейчас возьму авик. Сейчас мы, ребятки, накажем Тик-Така и Абовина. Let's go, let's get it. Кстати, да, меня еще ни разу не замочил Тик-Так. Просто ни разу. Опа! Опа! Подавился, а! Это лягушачий рев был. Да, 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 ты подавился. Весело. В этот раз я хочу пойти, ребятки, на мид. АВМ Генезис! Мать моя женщина! Вы видели просто за одну секунду! Ого! Забрали кентуху. О, нифига тут. Блин, ну, а где все? Меня в спину забрали. О, ботяра, ну тупо бот. Второй авик подряд, вы уже доели с вашими авиками. Идемте покупать. Ничего себе, он дорогой. 600 голдишки, думал, он стоит 250-300. Ошалеть, как дорого. Ну, ребят, пацан сказал, пацан сделал вид, что ничего не говорил. Покупаем. Естественно, ребята, ни о ком камбэке не может идти даже речи. Потому что, ну, Кента пока слился, значит, все, габелла. Так, ну что, берем фомасик и, ребята, Лиска, блядь, гири. Оп, какой красивый наш чат. Чем еще есть? А, ну, детский сад. Детский сад, я сильная группа, так сказать. Счет 3-2, и наша команда, к сожалению, проигрывает. Ребят, я не люблю проигрывать. Оттачка пиксель. А ну-ка. Ой, там по-любому Тик-Так или Абовин, мне кажется. Вот я им отвечаю. Там по-любому Тик-Так или Абовин. Опа, забрал одного. Там Тик-Так! Нет! Это Абовин! АКР-12 Рейлган! Кентуху забрал жестоко. Найс. Хорошо. На ножичек иду забирать. Хорошо, ну Багалимова туда его. Абовин, ты когда-то остановишься или нет? Что ты творишь? Идемте покупать. АКР, Рейлган, который стоит 500 голдишки. 600 голдишки, что? Это реально очень жестко, очень жестко. Но я покупаю. Блин, ребята, на это больно смотреть. Купил. А знаете, чего очень давно не было на канале Кента ПК? Это болдропчик. Болдропчик — это топовый дропчик. Короче, братва, там вышла обнова, просто челюх отлетает. Добавили новую коллекцию кастиков, добавили обменник Мерлина и добавили бесплатную кровушку, которую ты меняешь в этом обменнике на топовые скины. И это все бесплатно. Прикиньте, как это круто. Ну и, конечно же, я хотел бы вас немножко замотивировать и подарить вам подарки. Первое — это бесплатный сундучок с драконьей коллекцией. Второе — это бесплатная кровушка. Ну и третье — это дополнительный процентик. Все ссылочки снизу. Сзади. Да нет, сзади там. Сзади мой. Так это предатель, это импостер. Ты же прикалываешься, какой предатель? На нож, давай, челлендж на нож, 1-2. Да какой 1-2 на нож, ты же прикалываешься? Ты че гонишь? Ну как? Как мне шляпу повесил? Что? Я ему 0 нанес урона? Слушай, ну мы пока что играем на равных. Пока что играем на равных, но как будто надо играть еще лучше. Я придумал, давайте возьму спас. И так аккуратненько, вот так в моментике, просто заныкаюсь на пленту Б. Я думаю, это будет очень даже адекватно. Что-то кентуха уже 3 раунда не может никого забрать. Нубиком стал. Он, походу, единственный раунд, когда минус 5 сделал, это в первом раунде, больше после этого ни киллов не делал особо. Он минус 5 дал? Да, в первом раунде только. Забрали нуба. О,
А, это не кентуха. Что кентуха прячется где-то? Ой, пацаны, сейчас шапка слетит, а сейчас шапочка у кого-то слетит. Лишь бы не у меня, лишь так. Пушим. Со спасом. Кто это? Это не тик-так хотя бы? Какой-то чел с ником снизу бот. Тик-так! АВМТХ! Идемте покупать. Идемте покупать. На! Ба! Смотри, Саня КТХ его забрал. Что-то, походу, самый затратный видос в его жизни будет. Аник, ты хашечка. М40 еще этот... На, ну блок. Where is last? Baby, don't hurt me. Опять? Я говорю, вот это у вас будет сегодня мощный розыгрыш. Просто смотрите видео до конца, вы поймете, как все это можно получить. И, ребята, к сожалению, моя команда проиграла. Как обычно, без кента ПК они могут справиться. Ну что же, теперь я беру спасик, набор саперчика и репит лизгири. Оп, смотри, чел с ником снизу бот на последнем месте. Как будто он про себя пошутил. Оп, аккуратненько, ханишечка залетает. Это бубен или мне показалось? Нет. Что бы мне взять, кроме как в рот? Осуждаю. А что-то осуждаю? Принимаю! И, так сказать, подставляю. Осуждаю. Сейчас мы покажем. Оп, всех принял. Это бубен, мне страшно. Мама, дра, нет! Нет! Вся жизнь перед глазами. О, смотри, хаешечка полетела. Бэм. Взорвав. Я кентуху почти забрал. Беру дробаш. АВМ Спорт, это как? У них есть дешевые скины вообще? Авик Спорт? Ничего, дорогой, это просто скин моего подписчика. Ну, просто рандомного чела. Блин, 2200. Обалдеть, как дорого. Окей, купил. Так, пацаны, счет 5-3. И я могу сказать только одно. Это прям, как будто очень-очень обидненько. Так, ну что же. В этом раунде я хотел бы взять, естественно, М4-1. Я обожаю М4-1. Но, пацаны, я предлагаю, давайте так. Я пойду на плент А. Ну, это просто Габелла какая-то. Я на первом месте. На втором... Ты же, а ты на третьем? Не, я сейчас на первом буду. Бувин, я думал, ты топовый чел, по твоим видосикам смотрел, что ты что гонишь? Я поддаюсь кентухе. Оказывается, ты у нас полное дно. Оказывается, на видосах постанова твоих все. Не, чек, я сейчас покажу, как надо. Все, иду на плента. Ну прям супер жестко. Мы проигрываем, ребята, -2. А проигрывать нам нельзя. Идеально, зачем ему незаметно зайти всем в спину. Найс! Так, кто-то есть в доме или нет? Первый готов. Тучел, отвечай вам. На! Найсик! Ред, возьму Авик, у меня чуечка сейчас Авика будет жестко залетать! Тик-так, АКР-12 мимикрай! Еще и статрек! На, шляпу повесил. Один кент шляпака. А, это я его забрал. Я люблю эту игру, идете покупать. Я просто не понимаю, в этой рубрике есть дешевые скины. 250 голдишки. Ого! И знаете что? Моя команда даже как-то победила, я в шоке. Обалдеть. Ну, ребят, ну вы понимаете, кто на первом месте, тут сразу все понятно, кто тут папочка. И этот папочка. Изи-вин. Так, ну что же, счет 5-4. Я беру Desert Eagle и полетели. Что есть из дорогих скинчиков у нас тут? Там, ну, посмотри на мои вот эти две волынки. Как думаешь? Надо брать? Давай. Все, найсик. Сейчас буду развалить кабинеты. Так, прострел на нуба Глимова. Блин, походу по никому не попал. Нет, я слышу. Нет! Минус обомин. Тик-так, меня забрал! USP Digital Burst! Они найдут! Падаль. О! Шляпу повесил! О, найс. Это супер затратное видео. Это самое дорогое видео из всех этих видео. Идемте покупать. 800! Сюда на базу. Вот так это бывает. Купил. Давайте, пацаны, собрались. И надо собраться, взять волю в кулак и затащить. Давай, резко налево. Давай! Да! Забрали тик-така. Это просто трындец, слышь, я батяра. Смотри. Ну сзади как, крыса! Где мои два тиммейта? Братва, 2-2 остались! Это вообще имба лютейшая. Походу сейчас будет легендарный камбэк. Если бы чел не смотрел в пол, на нож посадил мой тиммейт вообще кого-то. Я в шоке, да это мне жесткая тима. Ой, братик, а что у тебя с интернетом, чувак? Что у тебя с интернетом? Давай, играй. Давай! Что он делает? Почему так странно играешь? Чувак! Я не знаю, что это было, но это было очень жестко. Ё-моё! Мама, твой! Да ну!
Ты ж не видел? Это трындец. Счет 5-5, и это не может не радовать. Ну что же, ребятки, в этом раунде я возьму КР-12 и ХЕшку. Ну и можно и смог взять, а че бы нет? Смог, так сказать, никогда лишним не будет. Правильно? Правильно. Беру смог и оп, сюдасики. Сюдасики. Не говори, что это тут. Да вашу Машу! Дробаш фризинг! Обоим прекрати! Ой, на Б5 чисто, что за фигня? Куда пропали? А. Винтуха, шляпуха пойман. Ой-ой-ой-ой-ой. Шляпуха пойман. Иду покупать. 330 голдишки, что? Да вы надоели уже. Дайте нормально поиграть. Я только с базы выхожу, сразу маслину получаю. Ай, блин, мы еще и проиграли. Ребята, почему я такое дно? Я на последнем месте или нет? А, я на втором месте. Слушай, я еще неплохо играю, оказывается. Давайте, может, у тьмы попрошу дроп. Пацаны, дайте дроп кто-то по-братски. Дроп! Не, брат, это что такое? Я думал, АКР какую-то мне дашь. Ну ладно, пойдет, пойдет. Мне так нравится, что наша команда фулом идет. Обоймы нас забрали. Они просто всех сторон. Блин, кентуха, повезло тебе. А кто на пойдет? Кто на пойдет? Найс, минус тик-так. Он без калаш, он с калашом без скина, что за фигня? Ну как он здесь появился? Все, я забрал самых жестких. 1-3 играю. Если я камбэч, если я там второй клатч, я буду в шоке. Вы это видели? 1-1 остались. Жестко. О, нет, ребята. Чего? Эмка Сансет 100 трек? Это ж даже не тик-так. Откуда подписчики такие скины дорогие? Идемте покупать. Чего? 4-300? Вы что, на приколе? Как же это все дорого? Ну почему? Пока богатая жизнь. Привет, бедная жизнь. Это просто рекорд по затратам. Я вам отвечаю, это самое затратное видео в истории затратных видео. Ну шо? Let's go, let's hear it. Говорит Верик. Фига-то. Ну, это перебор. Все, погнали, все фулом на А. Я мид чекну, пацаны, я мид. Мид на мне. Ух, жестко. Тут обовин. Найс, минус обовин. Тихо. Тактика, пиксель. А, кентуха на базе сидит. Так, кто-то спина слышу. Ё-моё! Мужики меня зажали. Чел, давай, как два брата. Как два брата. Давай, ну зум сейчас будет жесткий. Ладно, не будет. М4-1 Immortal! Это скин тик-така! Идемте покупать. 533 опять! Все, ребят, я потею, больше слива не будет. Давай, родной! Как я тебя учил? Дефьюзит, уже дефьюзит, мне кажется, не? Давай, пикай, пикай! Пикай! Он с ножом бежит. Я в шоке. Он с ножом бежит! Он на нож тик-така посадил! Дефай, дефай, не тупи. Сзади режут. На нож бери. Это капец! А этот откуда выбежал, шляпа? Я ж тебе инфу говорил. Он на нож тик-така посадил. Какой же тик-так ботик. Слушай, ну это было красиво. Так, короче, братва, я вам скажу так. У меня есть к вам такое предложение. Давайте просто бежать. Потому что когда я не бегу, это заканчивается очень плохо. Так, на каком ты месте? На втором? О, я даже с тобой не разговариваю. 6, слышишь? 8 помощи у меня. И сразу так. Вау! Обомин опять! Опять! Ни хрена моих добивают, типа. Забрал жестоко кентуху. Да прекратите вы это делать! Как вы это делаете? Что вы делаете? Опять М4-1 Immortal. Да, я думал, больше слева не будет. Но, к сожалению, у меня все как обычно. Дзынь! Погнали в катку. Так, ну что же, пацаны, погнали игра дальше. Счет 8-6. Опа. О, чувак, калаш ТХ взял. Найс. Кто? Ты? Я, все, сейчас. Ты что, с ума сошел? Сейчас за. Какие калаши ТХ? И какой-то чел пробежал. А, молодец, смачок закинул. Ой, хорошо. Где там это дно? Я не знаю, что делать. Ну просто я не знаю, что делать. Я не тупо повсюду. Мне реально страшно. Я еще играю на первом месте. Не знаю, как остальные. Давай. Да! Блин, на нож! Блин, кентуха. Ап, на нашанский! Опять! Да прекратите вы это делать, прекратите! Ребят, ну что, третий раз меня замочили. Итого, получается, в банке подписчиков уже 30к. И чтобы получить всю эту голдишку на халяву, вам надо прямо сейчас перейти и подписаться на мой телеграмчик. Потому что прямо сейчас подписываешься на мой телеграмчик, я там разыграю 30к голдишки, это просто рекорд. А разыгрывать я буду на моем твиче, поэтому можете сразу подписаться и на мой твич, чтобы не пропустить этот розыгрыш.
Вот так вот. Ну что же, идемте в катку. Ну что, ребятки, мы продолжаем дальше. Барым-бэм, 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 барым-бэм. А теперь смотрите, на что я способен. Просто киберспорт, это моя жизнь. Just do it! Just do it! М4 пиксель штормтик! Так! I don't have... Оп, шляпу АПК снесли мы. Ой, ты опять его наказываешь. Зашибись. Я люблю эту игру. 740, да тик-так, остановись ты уже! Ну мне не надо так много аркан, не надо! Купил. Так, братва, сейчас надо максимально запотеть и... 8-8. Вот что означает нормальная тьма! Так, пацаны, счет 8-8, я беру авик. Давай валить этого руля АПК. Чекай, это мы? А вот это гвоздики, это тиммейт и кентуха, чекай, вот видишь? Вот, иди сюда. О, ого. Во. А слышишь, у меня есть? Ой-ой-ой. Слушай, ну на самом деле я прям не ждал, что будет прям, будем так идти прям тютелька в тютельку. Но с авиком как будто можно тут и посидеть, да, вот так в пикселе? Вот как будто вот так. Вот это было жестко, да? Челхаешка кинул вовремя. В нужное время, так сказать, в нужное место. Так, блин, у меня дропа нету тогда, слышишь? Наказал. А где дроп? Подожди, а на меду, на меду. Какой-то? Найс, мюстик, так. Ай! Твою налево, опять шляпыка! Ну, зум! А поезд с ножом бежит! Ну, блин! Я вообще опять на нож взял. Ой, меня забрали! MP7 Винтерспорт. Идемте покупать! Ура, хотя бы один скин дешевле 100 голдишки. Ну и то 101. Спасибо и на это, мои уважаемые. Все, мы выиграли? А что за дичь? А что они не дефюзили? Он просто убежал на другой плент. Господи, помогите! Каких тут тиммейтов? Пацаны, 9-8, имба! Все, изи вин, мы буду сейчас затащим! Ура, все, мне больше сливаться нельзя, потому что это супер затратное видео. Просто супер затратное видео. Ой, последний раунд, нельзя сливать, тащим. Ну давай, тащим, бро. Наказал. А, это не кинул. Хорошечно. А еще это. Так, ну ты меня не опередил, хорошо, ты на последнем месте, это хорошо. Нормально, да, я перехитрил? Кстати, у меня пачка. Я один! Давай, клатч легендарный против кентухи. Тихо, главное это, не бубни. О, типа убил. Блин, два в одного играем! Два в одного! И там один тик-так, не щел, ты иди первый, я манал. На Б, слышишь? Вон, раскидывай. Кентуха, найс! Это не кентуха. Один в один, слышишь? Один в один остались. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, тик-так, нет! Где он? Нет! Быстрее, как взять пачку, ставим пачку. Пожалуйста, не попади. По брейну ходим. Быстрее. Он меня спалил или нет? Нет! Нет, у меня 7 хп, 7 хп. 7 хп, что делать? Тише. Да куда он тут рядом? Найс! USP Digital Burst. Опять! Смотри. Но! Сюда донышко. Блин! Почему я ему просто взять и выиграть, и все? 800 голдишки, дзынь. Да, это печально, это прям очень печально. Я смотрю на мой балик, ребята, вы даже не представляете, как это печально. Почему эти скины такие дорогие? Я вообще не знаю, как можно так жить с такими ценами. Ну что же, счет 9-9. Очень даже неплохо. Опа, нифига ты рыгнул. Тащу. Не рыгать больше, понятно? О, закидывает кентуха меня. А-а-а! Первый. Обоин уже выехал. Слушай, я не знаю, пацаны, что делать. Мне очень страшно. Фомас Фьюри, ну за что? Все, я слил. Забрал жестоко кентуху. Блин! Идемте покупать. 480 голдишки. Ну куда? Последний раунд. И то я не мог засейвиться. Окей, ребята. Купил. Пацан сказал, пацан сделал. Все, изи, купил. Эх, ребята, мы пытались. Прожмите лайк, если нравится подобная рубрика. Напишите любой хороший комментарий. И давайте напишем в комментариях хэштег кент не расстраивайся, потому что я сегодня потратил очень много голдишки. Очень много. Ну что же, ребятки, как вам видосик, а? Разорили вы кента, не стыдно? Ну что, наказан, братик, наказан? Наказали. Оставили братика покупать много... Много всяких скинчанств. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Не забывайте про розыгрыш, потому что сегодня, братва, очень жирный розыгрыш. Ссылочки на канал в описании, обязательно перейдите, подпишитесь. Ну а с вами были братья-ютуберы. Хотя после этого видео вы мне уже больше не братья. Пацаны, обращайтесь. Давай еще по приколу купим один трэжер-хантер какой-нибудь. Ха-ха, ну конечно уже. На барвуху, братик. Все, братва.
Всем пока-пока. Пока, шляпака. Всем пока.